Пресненский суд Москвы арестовал няню Гульчехру Бабакулову на 2 месяца. Следствие рассматривает версию о подстрекательстве со стороны возможных сообщников. По словам правоохранителей, Бабакулова – психически больной человек. Такие люди, как правило, становятся жертвами экстремистски настроенных лиц, так как очень быстро поддаются влиянию. Следователь отметил, что при допросе Бабакулова путалась в показаниях, говорила, что ей приказали, вела себя нервно и неадекватно. Психиатр выявил, что она находится в состоянии острого психического расстройства. Сама Бабакулова заявила, что убить девочку ей приказал Аллах, а она сама не собирается просить прощения у родителей ребенка. Бабакулова рассказала, что она в разводе, у нее 3 детей, 20, 19 и 16 лет. Они проживают с родственниками в Узбекистане.